Всем доброе воскресное утро. Сегодня интересный день. Проснулся с мыслью, что надо что-то менять. И кардинально. Первое, что увидел я вокруг, это то, что вокруг, находится вокруг меня. Это то место, где я сейчас живу. Живу я в съемной квартире. Сейчас покажу, где. Как вы поймете, меня это совсем не устраивает. Соответственно, я подумал и решил, что надо двигаться дальше, попробовать купить себе новое жилье. Не новое, а жилье. Интересно, что из этого получится.